букве А свойственна сила и лидерство для этого имени. У владельцев этого имени есть твердое стремление везде побывать и все испробовать на собственном опыте. Особая черта, вносимая в характер согласной буквы, сдержанность, не всем открываемый внутренний мир, возникающие желания могут проявляться как импульс к действию. Иногда эти люди бывают чересчур мрачны. Звук А в этом имени считается символом проявления самостоятельности, чистоты и ясности. Звук У дает человеку активное воображение. Буква Н в этом имени дает людям силы не воспринимать все без разбора. Люди, чье имя имеет букву Х, обладают хорошими манерами и воспитанием. Человек с буквой У в имени аккуратен и педантичен, расчетлив и бережлив. Владельцы этого имени всегда готовы помочь, но иногда бывают капризны. Размышление, обдумывание перед началом дела, ориентация на семью, готовность помочь, иногда капризность – вот истина этого имени. Как бы испытывая таких людей на прочность, судьба часто посылает им трудности в первой половине жизни. Люди с буквой М в имени обладают превосходным умением решать сложные задачи и проблемные ситуации. Они также зачастую довольно мягкие, но иногда за этой мягкостью скрывается внутренняя угроза и жестокость. Иногда они чересчур беспардонны. На них возложена особая ответственность вести себя так, чтобы не нарушить ни одного закона морали. Буква О таит в себе энергичность и отзывчивость, упрямство и доброту. Значение буквы Д говорит не только о склонности к размышлению, всестороннему обдумыванию как философских, так и житейских проблем, готовности помочь, но и об упрямстве, гордости и независимости, а вследствие этого склонность к ошибкам, не всегда правильной оценке своих сил и возможностей. Буква У говорит человеку, что не все стоит делать так, достоянием общественности. Владельцы этого имени имеют индивидуальные особенности человека, как доброта, человеколюбие, интуиция. Буквы Ж в имени – это стремление к эстетической завершенности. Владельцы этого имени будут проявлять во всем инициативу и не любят рутину. Часто в характере людей с буквой О в этом имени проявляется упрямство, с помощью которого они могут достичь больших высот в карьере. Буква О в этом имени приносит людям раскрепощенность и жизнерадостность. Буква Н в этом имени не раздражает окружающих, но с этим человеком придется долго дискутировать на любую тему. Буквы Н приносят в характер отрицание и сомнение. Ссоры и конфликты почти всегда сопутствуют им и в семейной жизни. Часто в старости они остаются одинокими из-за неумения прислушиваться к другим и учитывать их интересы. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.